В Уфе проводится Rock Spark Fest. Это первый рок-фестиваль у нас в Уфе. Он проходит при поддержке администрации города. Здесь будут играть такие группы, как Ария, Кирпичики, Люмен. Очень много наших будет групп, а все только начинается. Эти люди подтягиваются, сидят на траве. Здесь есть лагерь палаточный, где люди переночевали, могут переночевать. А здесь будут играть сегодня замечательные группы, такие как Глумилина, Артемий. Так что ждем драйва. Мы хотим донести молодежи, что нужно вести здоровый образ жизни, будут большие, как мы тогда. Любите родину, мать вашу. Да, да. Не пойдет мне петь, слушай. Когда-нибудь открою я глаза и не узнаю. Народ живой, народ хочет танцевать, народ хочет радоваться, народ доволен. Приезжайте, хочешь? Здесь выступает много наших друзей. Мы пришли послушать. Я лично хочу послушать кирпичей. Вот. Я, собственно, для этого пришел. Я не хотел выступать, пришел на кирпичей. Меня из толпы крикнули: идем сюда. И мы, собственно, сыграли. Возраст чувствуется, а как мы знаем, тренеры тоже, в общем, не... А мы тренеры вот этих людей фактически. Поэтому... Да, но... Мы свой выбор сделали.